Готовы? Точно? Готовы. Давай! В самой середине лета, 15 июля, Дворец культуры «Родина» традиционно празднует День Нептуна. Из-за пандемии коронавируса и запретов на массовые скопления людей торжество пришлось перенести. Но репетицию ведь никто не отменял. В этот день все готовы оказаться мокрыми с ног до головы, ведь Нептун не щадит никого, а катит водой каждого, кто встретится ему на пути. Заодно и настроение поднимет. День Нептуна традиционно проходит на улице, в жаркую погоду. Ну вот погода не удалась, но в любом случае обливайтесь водой, закаляйтесь и будьте веселыми. Дворец культуры «Родина» начинает флешмоб «Мой родной Нептун». Поучаствовать в нем можете и вы. Для этого загружайте в социальные сети видео, на которых водой обливаете вы или обливают вас. И ставьте хэштег «Мой родной Нептун». Авторов самых забавных видеороликов наградят в конце августа, когда День Нептуна отметят с размахом. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.